Всем привет! Я сегодня вам расскажу и покажу, как делать цыпленка табака, или правильно назвать тапака. Это специальная сковородка с прессом. И от этого пошло название. Это блюдо грузинское. И при готовке цыпленка табака его делают под прессом. Именно цыпленка, заметьте. Для этого нам надо, естественно, сам цыпленок. Заметьте, цыпленок, ну, я считаю, цыпленка это примерно, ну, килограмм максимально. Вот, ходил по магазинам, бойлерные, сейчас в основном идут бойлерные курицы. Они непригодны именно для жарки. Они очень огромные, здоровые. И для этого лучше всего цыпленок. Ну, прежде всего, что нам надо сделать? Надо его нам разделать. Мы берем ножик и аккуратно его разрезаем. Вот так. Вот тут еще есть субпродукты легкие. Они нам не нужны. Это у меня съест кот. Все. Дальше. Отрезаем шкуру эту. Это тоже пойдет коту. Сейчас полоснем. Вот, сполоснули. Ну, а дальше нам надо его распрямить. То есть делать ему полное горизонтальное положение. При этом мы берем пленку. У меня пленочка такая хорошая есть. Чтоб потом все это дело не летело у нас на кафель или по кухне. Супруга приходит с работы, и я имею бледный вид. Такой молоточек. Я им отбиваю мясо. Ну, можно курочку. И нам главное вот, сломать ему суставы. Маленько хребет. Грудку. Вторую грудку. Прямо такое лепешечное состояние. Крылышки. Гуска. Как бы мы вот это проделали? Вот у нас получился полный горизонт. Мы его отбили. Дальше. А дальше мы будем его мариновать. В предыдущем видео я показывал, как мы
то бишь я, мариновали утку новогоднюю с апельсиновым соком. Если хотите, посмотрите. Вообще, продуктом таким мясным, вот, курица, лучше всегда замариновать. Я понимаю, что при этом тратится время. Но если вы хотите сделать все по-честному, чтоб вашим друзьям, приходя к вам в гости, было вкусно и вы нахваливали, то вы отнеситесь к этому серьезно. Вообще готовка, я считаю, что если человек готовит не с душой, а так на отвали, то я думаю, из этого ничего не выйдет. Ну и какой я вот предлагаю маринад? Чуть-чуть масла растительного, маленько. Бальзамический уксус. Ну и, конечно, перчик. Это грузинское блюдо. Ну, и по всем понятиям, я думаю, что оно должно быть острое. Ну, не сильно острое, в пределах разумного. Вот. Мы ее уже посолили. Можно чуть-чуть еще добавить. Готово. Берем емкость. Укладываем туда нашего красавчика. И все это поливаем. Делаем небольшой, так сказать, массаж. Закрываем его моей хорошей пленочкой. И на 2 часика, можно побольше, ставим его холодильник. А пока мой цыпленок табака маринуется, у меня время есть, и я упустил один момент. Мне надо сходить в супермаркет, купить стручковый острый перец. И вы узнаете, для чего он нужен. Ну вот, мы продолжаем готовить цыпленка табака. Я уже сходил в магазин, пришел, прошло изрядно времени, и мне надо сделать
сейчас полоснем. Вот. Для блендера. От блендера. Так, сейчас возьмем перчик. Перчик. И пошинкуем его. Прямо таки. Все это витамины. В наше время витамины поддерживают организм. Возьмем чеснок. Все-таки это цыпленок табака. Как цыпленок табака без чеснока. Ну, его можно было, когда маринуешь, его обмазать через давилку. Но он подгорит и будет уже не то. Ну, вот сейчас так отделим все. Вершки, корешки. И все махнем сюда. Также добавим маленько маслица. Вот так, чтобы было. Ну, я сам бы еще добавил бы маленько паприки. Паприки. Тоже чуть-чуть. Берем блендер. Какой запах идет, умопомрачительный. Это у меня будет такая не заправочка, а приправочка. Я ее не буду использовать во время жарки. Я буду ее использовать. Желательно по... аромат, аромат. Ароматный аромат. Она мне пригодится, понадобится в конце приготовления цыпленка. Когда он еще будет горячий, в сковороде. Прямо чудо. Чудо чудное. Чтоб я так жил. Прямо. Перец, чеснок. Не так сильно остро. Потому что вот это растительное масло, она сама... Само горечь убивает перца.
Вот. Привкус на языке обалденный. Дальше. Сейчас мы руки помоем. Мы достанем нашего цыпленка. Нам как бы еще вот кастрюлька. Я вам сейчас скажу, для чего это. Удобная вещь. Это у нас будет пресс. Пресс для цыпленка. Сейчас я достану. Прямо я не могу смотреть, как пропадает. Вообще получилась приправа обалденная. Самого цыпленка. Вот наш цыпленок. Получился. Красота! У нас подмариновался. Сейчас мы будем его жарить. Ну, а теперь мы приступим к жарке. Берем сковороду. Ну и главный момент в этой всей процедуре. Цыпленка изначально мы ложим кожей вниз. Вот так. Положили. Мы привыкли, что когда готовишь курицу, она получается полувареная. Я хочу, чтобы она была жареная. Именно жареная. Берем тарелочку. Накрываем. Придавливаем. И сверху ставим кастрюлю. Теперь ждем. Ну, этот процесс, в общем, и с той, и с другой стороны будет обжарки длиться, ну, минут 40. Так что ждем. У нас процесс идет. Вот, одна сторона у нас уже поджарилась. И сейчас надо сноровку проявить. Прямо спортивную. Хоба! Ой, какой красавец! Эй, чтоб я так жил, да, дорогой? Дальше. Мы берем нашу волшебную приправу. И беспощадно, безжалостно, как мой дедушка во время Великой Отечественной войны сбивал немецкие самолеты. Мы начинаем наносить на нашу курочку.
опять закрываем и уже даем прожариваться с той стороны цыпленка. Ну вот наш процесс продолжается. Мы убираем тарелочку. И опять ловким движением. Ой-ой-ой. Жалко, что камера не может передать запахи, которые сейчас происходят на кухне. Вообще у повара должна быть сила воли. Плюс характер, чтобы прямо зубами вцепиться в этого цыпленка. Она не может передавать всех ароматов, присутствующих на кухне. Ну вот как-то так. Мы заканчиваем процесс готовки. Вот, что у нас получилось. Обалденный цыпленок. Последний штрих к портрету. У меня уже приготовлена зелень. Мы тоже обильно. Посыпаем. И вот, мои зрители и друзья, что у нас получилось. Бон аппетита! С вами был я, Роман Борисович. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока.